Игорь Шевцов. Я могу видеть то, что не может видеть никто из вас. Участие в медицинском эксперименте изменило меня навсегда. Теперь я знаю, что каждый человек, где бы он ни был, оставляет след. Свой энергетический отпечаток. Это сродни следу ноги, который виден обычным глазом. Сродни запаху, по следу которого идут собаки. Но это не то и не другое. Этот след я вижу как отблески. Везде, где вы были и на всем, чего касались. Отблески нельзя стереть. Отблески нельзя скрыть. Отблески нельзя подделать. Отблески — это ваш след. И я вижу его. Свой особый талант я поставил на службу другим. Я преследую тех, кто нарушает закон. Я преследую тех, кто творит зло. Я преследую тех, кто думает, что найти их невозможно. Если вы среди них, будьте уверены, я приду за вами. Меня приведут отблески. Эту квартиру уже давно сдают. Она у меня давно на примете. Там все чисто, по договору, через агентство. Угу. А сейчас кто там живет? Не в курсе. Хозяина часто вижу. У нас с ним гаражи рядом. Очень приличный товарищ. Квартира ему от бабки досталась. Вот он и сдает. Часть игры. Сворачивайтесь. По машинам. Не рассчитал. Ошибся. Загнал его в угол, а он опять ушел. Теперь уже навсегда. Это была очередная жертва, которую я не увидел. Потому что хотел видеть только то, что хотел. Он знал, что так и будет. Поэтому он был спокоен и хладнокровен. Я знал, чувствовал, что это не он, но все факты говорили об обратном. Готовился и снова вышел из тени, чтобы нанести удар. Теперь мы должны встретиться с ним лицом к лицу. Готов ли я к такой встрече?
Петр Евгеньевич. Каяться пришел. Петр Евгеньевич. А не надо каяться. Работать надо. Ты должен его опередить. У меня нет ни одной ниточки, как его поймать. А посоветуйся с Ларисой. Она поможет. До свидания, Петр Евгеньевич. Давай. Каяться он пришел. Мне нужна твоя помощь. Шевцов, я, конечно, тебя люблю, но не настолько. Позвони мне завтра. А сейчас? А сейчас у меня обеденный перерыв. Это вопрос жизни и смерти. Для кого? Для меня. Привет. Привет. Ты боишься. Все понятно, можешь ничего не говорить. Слушай, Шевцов, ты же лучше. Почему ты просишь помощи у меня? У меня есть свой метод. Но с этим человеком этот метод не работает. Методы есть у всех. Здрасте. Я у тебя важна? Но с чего ты взял, что мой метод сработает? Ты умнее. Гораздо умнее. А у этого человека нет логики. Логика есть во всем. Только не всегда мы можем ее разглядеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаешь? Иначе быть не может. Здравствуйте, девочки! Здрасте, Анна Владимировна. Здрасте, здрасте. Как здоровье? Ой, да какое тут нынче здоровье. Лишь бы дождика не было, и то хорошо. Да нет, до обеда-то точно не будет. А вечером я вам мазь принесу. От боли в суставах очень помогает. Спасибо, сынок, тебе спасибо. Дай Бог тебе здоровья. Да не за что, вам спасибо. Всегда ты обо мне позаботишься. Спасибо. Спасибо. Только не надо юлить. Ты что-то имеешь против Игоря? Скажем так, я сомневаюсь в его профессионализме. Но у него же самая высокая раскрываемость. А сколько нераскрытых дел числится за этим Скорпионом? Нет, ну вам, конечно, виднее. Я ничего не... Как бы там ни было, я вижу необходимость следственной группе, которая будет вести это дело. Шевцов будет главный, а я на побегушках. Ситуация такова, что все будут на побегушках. Только отвечать будет Игорь. Бегать так бегать. Когда приступать? Немедленно. Только дуться не надо. Не, не дуться. Что ты о нем знаешь?
Мужчина. Лет 30-40. Бывший или практикующий врач. Физически сильный. Это ты по результатам экспертиз решил, что он врач? Может, он патологоанатом? В любом случае, у него есть медицинское образование и практика хирургии. У любого сильного маньяка есть явные или скрытые психические отклонения. Что еще? Водит машину. В двух случаях он перевозил своих жертв именно так. Дай-ка мне флажки. Вот. Угу. Я помечу. Места ужаса. Похоже на круг. Да, только некоторые из них выходят за пределы круга. Проверить всех врачей в этом районе нереально. Ты прав. Их могут быть сотни, могут и тысячи. Ну, давай, хороший. Ну, да что такое, а? Зараза. Глуши! Да чё глушить-то? Даже ни разу не дёрнулась. Да она свою жизнь так надрожалась. Люди столько не живут. Люди-то не живут. А это сейчас поживёт. Главное понять, что не так. Электроника или ещё что. Толян, мне 278 деталей, каждая из которых могла накрыться. О чем ты говоришь? А что говорить? Все понятно. Двигатель дергается, значит, искра есть. Карбюратор надо промыть. А ты бензонасос смотрел? Ну, дернь пару раз лягушку, давай посмотрим. Слушай, точно. Что-то я как-то сам не додумался. Сейчас попробую. О! О! Я боюсь. Ты же теперь все время дверь закрываешь? Иначе не могу сосредоточиться. Мне все время кажется, что откроется дверь и войдет он. Юль, ну ты себя так можешь до нервного срыва довести. Я уже трое суток не сплю. Может, тебе куда-нибудь уехать, а? Не отпустят. Хорошо. Если меня нет с тобой рядом, хотя бы вот это поможет. Что это? Электрошок. На случай, если мой маньяк снова явится. Держи. Ты уже знаешь, кто он? Пока еще нет. Ну, должна быть какая-то схема, как он выбирает жертв. Это точно. Если он врач, то жертвы могут быть его пациенты. Ну, Артем же не был больной. Да, но год назад ему вырезали аппендицит. Если этот врач был хирург. Юлька, ты гений. Закрывайся. Павел Алексеевич? Нет. Ух ты, что это? Фотографии с отпуска покажешь? С отпуска? Это фотографии жертв нашего маньяка-убийцы. Угу. Предположительно, он врач-хирург. Я заметил. Мне нужно проверить, не были ли прооперированы его жертвы незадолго до смерти. Угу.
Ну, давай поройся в архивах. Думаю, начнем с буквы А. А буква А не надо, это Артем. У него полгода назад была операция. Аппендицит. Шутка не прошла. Так. Османова Инга Олеговна. Османова Инга Олеговна, относительно небольшой перелом ключицы. Что, операции не было? Нет, но осмотр хирурга в этом случае обязателен. Ага, прекрасно. Теперь Осокин Кирилл Олегович. Осокин. Осокин Кирилл Олегович. Язва, угу. Желудка, операция свеженькая. Великолепно. Что-то великолепно, овсяной кашей до конца дней питаться. Леонид Иванович. Суворов Леонид Иванович. Угу. Суворов Леонид Иванович, здоров как бык. Не может быть, это ошибка. Что значит не может быть ошибка? У нас все точно. У этого человека зубы вон до самой смерти были целы. Ошибка. Подождите, проверьте еще, пожалуйста, Федор Кузнецов. Кузнецов. Федор. Федор Андреевич Кузнецов. Ну, у этого человека зубов не очень много. Ага, уплотнение в левом легком результате пневмонии. Увеличенная печень, но это все не в счет. Следов операции нет. Так, подождите. Следов операции нет. Что-то опять мимо? Ну нет, не мимо. Просто ты сузил круг поиска. Тебе надо в другом месте поискать. Знать бы в каком. Скорпион – символ предательства. Из-за своей предательской манеры жалить он стал символом Иуды. В настоящее время в Европе скорпион является символом насилия, ненависти и мести. Значит, месть, возмездие, наказание за предательство. Слишком много знаков, чтобы думать иначе. Но как он выбирает жертву? Ведь факт предательства никто не афиширует. Иногда, кроме жертвы, никто не знает об этом. Значит, он так или иначе был в близких доверительных отношениях с каждой жертвой. Некоторые были убиты дома, значит, он бывал там раньше и был знаком с расположением комнат.
Мы были на верном пути, но мы ошиблись. Это как? Очень просто, смотри. Мы отметили на карте места преступлений. А теперь смотри, новая локация. Места проживания жертв. Слушай, в принципе, все находится в одном округе. Ну и что? А это значит, что он либо живет, либо работает здесь. А раз он врач, значит, он врач чего? Вот оно. Он врач скорой помощи. Врач скорой помощи. Только так он мог попасть к ним домой, общаться с ними и знать все об их родственниках или о них самих. Что это? Смотри. Какой станции скорой помощи обслуживается вот этот район? Каждая станция включает в себя десяток подстанций. На каждой подстанции работает около десятка бригад, которые сменяются сутки через трое. 3 сотни? Не, ну это очень много. Подожди. Соберись, ты должна знать, какая подстанция работает вот в этом районе. Подожди, я сейчас посмотрю. Вот. Похоже на 37-ю подстанцию. Я сейчас запишу тебе адрес. Ты думаешь, это как-то связано с... Я думаю, что Артем с убийцей знали друг друга по работе. Артем общался с ребятами из скорой. Там был один знакомый врач. Ты думаешь? Я ничего не думаю. Я просто проверяю информацию. А имя этого врача не помнишь? Кажется, Андрей. Но больше я ничего не знаю. Пиши. Пиши. Игорь, мои ключи. Не бойся. Игорь. Я с тобой. А мои ключи? Вам большое. Даже не знаю, справилась бы я без вас или нет. Ой, ну сделаю двери. Не войти, не выйти. Да. Леночка, вы не стесняйтесь. Если что, стучите мне. Я всегда помогу. Хорошо. Витька-то где? Он на работе. Где же ему еще быть? С ребенком, вы знаете, сколько денег надо? Он же сверхурочно берет, и по выходным выходит, а все как бездонную бочку. Ну, понятно. Ну, ладно. Иди ко мне, моя хорошая. Ох ты, моя маленькая. Ох ты, моя маленькая. Ладно, счастливо вам погулять. Спасибо. Толян, что у тебя-то там? А, это ты? Слушай, да что-то проводок у меня потерялся от спидометра, не фурычит. Он под передней левой дверцей. Да? Слушай, значит, я что-то опять неправильно подсоединил, что ли? Thank you.
стой здесь. Задерживай всех, кто будет под описанием стоять. Осторожней, он опасен. Понял, сделаю. А ты со мной. Нахуй, дробь. Я тебя вычислил. Нашел. Только кто ты? Видел когда-нибудь такого? Нет, встречал. Знаешь что? Да на кой хрен мне твоя зеленка? Ты знаешь, сколько винтов у меня осталось? Ах, знаешь. Так чего ты тогда мне здесь впариваешь? Значит так, если завтра ничего не будет по списку, я с докладной иду к главврачу. Ты меня понял? Сам пошел! Шевцов, прокуратура. Само тут. Скорая помощь. Ну, очень приятно. Александр Михайлович. Занят. Значит так, нам нужна подробная информация о всех ваших сотрудниках. К секретарю. Вам секретарь все покажет, расскажет и даже если надо будет, все подпишет. Послушайте, я... Палыч, это я. Представляешь, это сволочь. Да вы что себе позволяете? Значит так, на территории вашей подстанции работает маньяк, серийный убийца. Да у нас тут все маньяки работают. Разве нормальный человек в здравом уме здесь работать будет? Сильный мужчина, лет 30-40, а медицинское образование? Да у нас тут все мускулачи. Знаешь, кого и на раз носить приходится? На прошлой неделе с 5-го этажа, с пожарной командой, через окно. Александр Михайлович. Потом. Значит, может быть, бывший хирург. Знаешь что? Езжай ты в центральную, в отдел кадров. Они там тебе все в картинках покажут, расскажут все, что было и чего не было. А я тут всего 3 недели работаю, сам себя не узнаю. Вас понял, выхожу. Значит так, позвоните на станцию, пусть пришлют машину с личными делами ваших сотрудников. Если через 15 минут здесь не будут лежать все дела, я закрою всякий вход на вашу подстанцию. Вы пойдете первый. С удовольствием отдохну. Люся. Чай, кофе? Кофе. Кофе. Сколько можете стоять? Пожалуйста. Вы можете без свободы. Спасибо, всего доброго. Еще 15 минут, я опоздал. Ну что, работай дальше и не бойся перестраховаться. Нет, нет, нет. Его нигде нет. Но он должен быть здесь. Я бы узнал его сразу. Почему его нет ни на одной из фотографий? Здесь все личные дела? Все, и врачи, и санитары, и даже стажеры. Я их всех по 3 раза пересчитал. Время, знаете ли, дыры затыкать. Период отпусков. Я точно знаю, что у вас здесь. Вспоминайте, кто у вас еще из врачей работает. Из хороших врачей. Я, секретарша моя. 2 курса в медицинском проучилась. А, есть еще завхоз. Ветеринар, бывший. Водители. Водители? Что вы сказали? Ну, конечно, водитель. На машину скорой помощи никто не обращает внимания. Для нее всегда горит зеленый свет. К ней все привыкли. Ей никто не удивится в любом самом неожиданном месте. На ней можно перевести любое тело. Живое, мертвое, ни у кого не возникнет вопросов. Вот в чем секрет его неуловимости. Водитель. Несите все дела с фотографиями. Да среди водителей текучка такая, что не успеют фотографии поспеть, как его уже фьють и нету, уволился.
Нет никаких фотографий. Есть только истории болезни. Бог с ним, несите все, что есть. История болезни, сказка жизни, все, что есть. С фотографиями, телефонами и адресами. Люся! Дела водительские принеси. Срочно! Соседи вон ваши вызвали, а дверь не открывают. Может, со звонком чего? Там все нормально. Ну как нормально? Вот так вызов, потом ложный вызов. А то вот приезжаешь и не открывают. Ну что, работает? Подождите. Ну как же, Машенька глухая, а потом они с Иришей уехали в санаторий, а Игорь на работе. Отвожу сутки. Шевцов отвечает за работу всей группы. На подстанции 8 машин скорой помощи, одна неотложка. По 3 водителя на каждую машину. 27 водителей, по 4 на каждого. Помолчи. Работать только парами. Две пары будут проверять дежурную смену, остальные всех отсутствующих. Найти надо каждого. Ищите хоть по земле, но чтобы результат был. Ты с Ларисой займешься биографией. Если найдешь хоть одного врача, считай, что маньяк у нас в руках. Всем все понятно? Да. Тогда работай. Здравствуйте. Могу я поговорить с Вениамином Сергеевичем? Ах, вот как. А это беспокоит с работы из отдела кадров. Но он просто нам до сих пор не принес свои документы. Простите, пожалуйста, а вы не могли бы подсказать, какое у него образование? Ага, спасибо. Ты когда-нибудь слышал про техникум рыбоводства? Что такое бывает? Оказывается, бывает. Твоя очередь. Алло, Андрей Геннадьевич? Мне кажется, у Андрея Геннадьевича жестокий запой. Моя очередь. Давай. Все водители? Все. И бывшие, и настоящие. И все мы там будем. Хорошо. Похож. Спасибо, родной. Ступай. А это... Thank you.
Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий. Умер? А вы уверены, что инсульт? Простите. Простите, и примите мои соболезнования. Последнее осталось. Это он. Точно он. Если я ошибаюсь, так уж и быть, дам тебе пострелять из своего пистолета. Учти, я буду стрелять в твою легкомысленную голову, и Горелов ко мне присоединится. Я давно подозревал, что ты готовишь против меня заговор. Угу. А вот ты, дорогой, готовишь заговор. Салтовский Александр Леонидович. 1967 года рождения, город Донецк, русский. А телефона нет. Что хоть адрес есть? Да, не густо. Его не было сегодня на подстанции. Могли спугнуть. Не будь таким самоуверенным. Слушай, а слабо квартирку проверить, а? Не слабо. Вариантов нет. Придется рисковать своей же головой. Уверен, что это он? Уверен. Только нет подтверждения этой уверенности. Ничего, кроме предчувствия. А ты знаешь, я когда был помоложе, тоже был уверен. И ничего не боялся совершать ошибок. Уверен? Дерзай. Если что, я тебя поддержу. Спасибо. Дело такое. Советом не поможешь. Удачи. Никого. Ну и что теперь? Что теперь, что теперь? Участкового вызывать, а он слесаря и Жека захватит. Тебе не кажется, что у слесаря ужин? Мне кажется, дверь надо ломать. Слушай, отойди. У меня есть свои методы. Держи. Ладно, это просто смешно. Тебе не кажется, что мои методы порой гораздо эффективнее? Еще утром он был здесь. Пил чай, читал газету. Он ничем не выделяется из толпы. Он всегда рядом, но мы его не замечаем. Удивительно. Теперь я знаю даже то, что он недавно подводил часы. Старые часы, которые дороги ему как память. Он их любит, заботится о них. Он такой же, как и мы все.
такой же, как и я. Что с тобой? Все в порядке. Может, экспертов вызовем? Вызывай. Только это бесполезно. Почему? Потому что он не оставляет следов. Они ничего не найдут. Как там на улице? Прекрасно. Он от меня опять ушел. Ты знаешь, мне кажется, это замкнутый круг. Я никогда его не поймаю. Ты сможешь. Но у меня времени уже нет. Пойми главное, это игра. Ты сделал свой ход и проиграл. Да, теперь его ход, и я опять проиграю. Да, но с тобой он будет играть до последнего. Гибнут невинные люди. Невинные? Он-то так не считает. Ты его боишься. Почему? Ладно, не отвечай. Я жду тебя на улице, давай. Здрасте, тетя Кать. Смотри на меня, так, Шевцов. Боишься? Не боишься. А я тебя тоже не боюсь. Ты знаешь почему? Ну, расскажи. Потому что тебе конец. Саня. Это уже не важно. Мы про тебя все знаем. Сдайся, тебе конец. Ты другой, ты не такой, как все, в тебе что-то есть. А это что за хрень? А? Пентанал натрия. Моя модификация. Правду будем говорить, друг мой. Правду. Как железо на морозе. Я раньше не прикасался к трупам.
Игорь, проходи. Все это время. Я же знаю, это невозможно. Ну, как? Я вижу след. Твой след. След, который не стереть. Следов. Это отблески. Я вижу отблески. Отблески? Это что? Что это говори? Я вижу. Твой энергетический отпечаток. Твой след. След твоей души.